На счету каждая секунда. Полосу препятствий инспекторам ДПС необходимо пройти за минимальное время. На соревнованиях от этого зависит оценка судьи. На боевом посту может зависеть жизнь человека. Юрий Плотников в полиции служит уже 5 лет. Высокое мастерство вождения не раз помогало ему догнать нарушителей. Работа признается не из легких, но о ней мечтал с детства. Думаю, каждый мальчишка с детства хотел работать инспектором ГИБДД. То есть это все связано с транспортом, с оружием. Соревнования очень важны для повышения квалификации сотрудников. Видите, все собрались, чтобы посмотреть друг на друга, кто как ездит, и то есть сдать нормативы. Показать лучший результат непросто. На заснеженной дороге машина слушается лишь умелых водителей. Лучшие преодолевают полосу препятствий примерно за минуту. Участие в конкурсе профмастерства приняли 60 самарских инспекторов. У нас по требованиям к конкурсу допускаются сотрудники, прослужившие в ГИБДД более 3 лет. И первенство и соревновательный эффект присутствует. Сотрудники полиции стараются обойти друг друга. Для них это стимул улучшить свои знания и теоретически, и практически. Туда допускаются лучшие из лучших. Победители городского этапа примут участие в областных соревнованиях, а затем отправятся в Москву, чтобы отстаивать честь Самарской области уже на всероссийском конкурсе. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События.